А перед просмотром поставь лайк и подпишись на канал. Спасибо! Здорово, народ, с вами Just Jack, и мы продолжаем с вами проходить игру под названием Yakuza Like a Dragon. Это 9-я серия, погнали! И прежде чем, кстати, мы начнем, попрошу вас поставить пальчик вверх и написать комментарий в поддержку прохождения данной игры. Я тут немножко побегал за кадром, попрокачивался, и теперь у нас появился у Ичибана новый удар. Непрерывная атака головой, давайте я вам сразу ее покажу, смотрите. Насука! Видали, что творит? Хорош, да? Блин, мне нравится вообще, хорошая игра, классная. Так, нам нужно, по-моему, перейти мост. Пойти... Да, сюда. Ага. Давайте пойдем. Вот она, старушка сидит. Ля, чё смотри, чё. О, китака. Хайгозаймасу. Доброе утро. Кто-то там прибухивает? Она что, борделем? Это бордель? Это не похоже на ресторан. Ха, интересно. Ресторанчик, да не тот, где нужно есть. Я-то думал, у нас тут мини-игры будут. Еще перед лицом трясет. Ты с ума сошел, блин? Так, кто там чё орёт? Господи, бешеные фанатики. Чем им помешала эта проституция? Да, отбелим Японию, погнали. Но в принципе ничего не бывает. Никогда все просто так. すべての黒いゾーンを白色にってスローガンで世の中に出てきたんだ。世の中には白黒つけがたいグレーな領域があるだろう。厳密には法に触れてるが、昔からの習慣で警察も目をつぶってる部分さ。そこが犯罪の温床になっているって主張して、グレーゾーンに切り込んだのが奴らさ。ブリーチってのは脅迫って意味だよ。 Блин, чуваки, вы вообще бессмертные, да, судя по всему? グレーゾーン脅迫か。うん。横浜だけじゃなく全国に支部がある。で、そのブリーチジャパンの設立者が青木亮だ。 И кто это? 青木亮? Так и думал, что он так спросит. 今の東京都知事だよ。 А, губернатор Токио. それで町の浄化作戦をやったっていう。確か
Ну теперь понятно. Аокирио ва дидай но чоджи натте телеви я засси ни хиппари дабо. Има жа Токио точижи да. Сэйкай ни синшу суру таймингу де Блич Джапан но дайхио а орита га. Има демо Аоки но карисма се ва отроэ чай не. Дакара анна ни вакамоно га ацмару но са. Мошкаште Айцра на коко ни ацматта риу тте но ва? Да кормят их там. Требуют они, а? Жакашин да ё, гакинчо дому га. Коко но онна тача ганбатте хатарайтеру даке са. Ганбатте илеба, ханзай мо юрусаререн деск ка? Умаэра митай на онисай ни, доу коу ивареру сужай найн да ё. Даттара, назе иншоктен тоште, эйгё кёка о тоттерун деск ка? Он меня уже бесит. Чё-то орёт. Мамору моно таме ни а шиката не токи ман да я. Мамору моно то а нан деск ка? Шаккин но хэнсай би деск ка? Лоон но шихарай деск ка? Бака яро! Омаэра, карада хару онна тачо нан да то моттен да? Бёки но оя о мендо о миру мусуме мо илья, осанай кодомо о какаэру хаха да тте ин да я. Минна, коко га сайго но ториде ни наттен да. Понял ты. Кимашта ка, минасан? Ханзай де касэйда окане де вага ко о содатэру чосэй га иру соу дэсу. Соно ко га шоурай оя но шиготу о шиттара доу омоу дэшоу ка? Фкаку кизуцуки. Ой, ну понятно. Надо его заткнуть. Шокугё нанте канкэй не. Донна оя омоттатте сиявасе ни нару ко ва нарун да. Жа, цурэте ките кудасай ё. 風俗場を親に持って幸せだってお子さんをいちいち上げ足取るんじゃねえ。さっさとここから消えな。ほら、いないでしょ。風俗場を親に持って幸せな子供なんてここにいるぜ。 ва, красавчик. Сейчас на него, да, выкинет? А, не, не выкинул. Ну, красавчик, да, пришлось бы собирать, потому что. Молодец. Короче, Ичибан здесь сейчас обоснуется нормально так. У него и покушать где будет, и поспать. Эть, успел сделать скриншот. Хорошо, хорошо. Я думал, сейчас надо будет бегать там что-нибудь, лупозырить их или еще как-то. Вот все обошлось одной катсцены. Замечательно. Так, сейчас что? Получается, сейчас загрузка, и там, скорее всего, уже будет вечер, да? Так как до вечера убирались. Она нас поблагодарит. И там, возможно, что-то произойдет. Какой-нибудь клиент придет такой, не супер-пупер. Так, ну, вечер. Она нас благодарит. Протесты ребят из «Отбелим Японию» начались в Идзинсё 2 или 3 года назад. Теперь почти каждую неделю протестуют. Из-за них много кто закрылся. А ты держишься ради девушек?
У большинства даже гражданства нет. Они из семей нелегальных иммигрантов. Если закроюсь, куда им потом идти? Наверное, попадут к каким-нибудь мошенникам и будут трудиться за гроши. Вот я и делаю, что могу, чтобы их защитить. Да. Думаешь, получится выстоять? Да, кто знает. Ресторан-то мой, но землю и здание я арендую. Если арендодатель меня прогонит, то все. Что, ребята, мусора не хватило? Вы нас сегодня уже достали. Не устали протестовать? Время-то позднее. А разрешение у вас есть? Это не протест. Отбелим Японию поддерживает слабых и беспомощных. А значит, помогает таким, как вот эти ребята. Они стояли у гамбургерной перед лестницей. Всю жизнь питаются дешевым фастфудом. Даже не знают вкус нормальной еды. Для растущего организма это вредно. Так что мы дадим им возможность поесть. Сегодня за их ужин платит организация «Отбелим Японию». Это ты к чему? Решил сводить ребят в это замечательное заведение. Пусть отведают местную кухню. Вот как значит. Неплохо придумано. О. Погоди. А смысл их везти туда, где не кормят? Это он и хочет услышать. По документам у меня здесь ресторан, так что отказывать нельзя. Ну и что ты будешь делать? Кормить, пока деньги не кончатся. Ну что ж, ребята. Ну что ж, ребят я привел. Хорошо вам поужинать. Если, конечно, вас тут накормят. Обязательно мне все расскажите. До встречи. Что у нас сегодня в меню? Остались только плесневелые крекеры. 10 тысяч йен за штуку. Приятного аппетита. Слышь, бабуся, не залупайся. Не любите крекеры? Есть печенье. Хотя оно такое, что лучше крекеры возьмите. Это что, еда? Ну, я бы такое есть не стала, но вам вполне подойдет. Ой. Ты нас за идиотов держишь? Матта. Успокойтесь, ребятки. Мы недовольны обслуживанием, ясно? Имеем право. Да, принеси нормальной еды. Ой. Заткнитесь уже, хватит ныть. Выход вон там. Сока. А, вот оно что. Значит, здесь не кормят. Так и скажем тому перцу из «Отбелим Японию». Да, вы и так ему настучать собирались. Бедняков он решил накормить. Ну, конечно. Вас наняли, чтобы его подгадить, чтобы ей подгадить. Идите вон отсюда. Эй! Этот старикашка руки распускает. Вы первые начали. Это самозащита. Вышибем им мозги. Нихера их там. Вы чё, угораете? Ну, давайте. На, сука! Дальше. Ты, давай, голубями тебя, тварь. Чё, получил, скотина? Блин, вот. Ага. 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 Так, подожди, а мы... Ну хотя, ладно, давай. Носк, носк, на! Говно! На! Хорошо. Так, следующий. На, тварь, голубями! Получи! Следующий. Так. Ага. Тереринь. Хорошо. Хотя их можно было бы, мне кажется, обычной атакой тарабанить. Ну, о, новый ранг профессии. Огненная отрыжка. Получен профессиональный навык. Хорошо. В следующей драке мы его обязательно опробуем. Черт, он такой сильный-то! Ты его просто так не делаешь! Да, давай, 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 валить. Валить, валить.
Шикаси. Блич Джапан га коко маде суру ренчу датта то ва на. Хидэ на. Яцра но моктеки тте на хонто ни грэй на бубун о накусу кото на но ка? А но ренчу но тайги мэйбун ва риппа демо, хонне ва сиенкин морау но га моктеки нан даро не. Тайги мэйбун га ару то ва ие, ятте ру кото ва кеккёку ижиме са. Ия на джидай да не. Да. Ну так вот. Прикрылись. Садето. Скорее усокнаташи. Пойду-ка. Да. Варине. Не дому таскераре чматте. Доу итажимаште. Мата соджи га хитио на токи ва ёнде. А деньги? Деньги. Мачине. Анта-тачи, хомлес нанда. Так. Коко ни сманай кай? Никай на хто хеа о кайсте яру ю. Вы слышали? Я прям предугадал, что будет. Демо, хто хеа цубусу ёю нанте анну га? Онна ногу ро сиото га хетте, кане ни комару нжа. Бецу ни аташа, о хто ёсне кастете. Понятно, в обмен на защиту. В обмен на защиту. Естественно, просто так никто не будет вас оставлять. Так, интересно. Мне вот просто уже, вот знаете, что больше всего интересно? Как мы вообще дальше будем двигаться по сюжету? Как мы будем дальше все это дело проходить? Вообще не понимаю. あんたたちに部屋を貸すと居住権ってもんが発生する。それが私の狙いってことよ。狙いって居住権ってのは俺らにあると、どうなるんだよ。頭悪いね。あんたらはここに住む権利があるって法律的に主張できるのさ。わからねえな。わざわざそんなことしなくても、ここはあんたの店だろ。そうだよ。 でも住んでるところだけで。ここは単なる店舗だからね。ここにあたしの居住権はないのさ。そっか、なるほど。типа их хрен выгонят оттуда。この土地と建物は借り物だよ。ブリッジジャパンの連中がここの所有者を消しかけて、あたしらを立ち退かせようとするかもしれないからね。確かにやりかねねえな。でも居住権ってのはこれがなかなか手強い権利でね。 それさえありゃ。建物を所有してたって住んでる人間を簡単に追い出すことはできなくなるのさ。なるほどね。俺たちが住むことで店を守る最後の防波堤になるってわけか。やっとわかったようだね。本当に住ませてくれるのか？本当に俺らでいいのか？ま、店の子たちだと国籍がないから賃貸契約が結べなくてね。 仕方なしさ。冗談だよ。いや、ну ладно、хорошо。こっちからの頼みさ。分かった。住み込みのガードマン、やらせてもらうぜ。その代わり途中で出ていくなんて許さないよ。ブリッジジャパンが一人称から去るまではきっちり面倒見てもらうよ。分かってるよ。 Ну вот, теперь мы поднялись, мы теперь не бомжи, мы теперь снимаем комнату. Смотрите, видите, уже не все так плохо. В принципе, да, так, дела идут вверх. Это отлично, это замечательно, это хорошо. Меня это радует, не знаю, как вас, но меня лично точно это радует. Прикольно, блин. Так, что же будет дальше? Не, ну мы в любом случае в конце игры, наверное, доберемся же. Да. Кровать на полу. А, они же на полу все спят. Тенджога! Мягкий фургон, серьезно, на полу. Жесть. Я почти ты на. Соре грей на дайо. Улева кепеги на дайо. Соно футон но не ой нива. Коно мисе но лекси то ненки га цматтен дайо. Шикаши. Хомлес кара дашицу декиру нанте омотте мо минакатта на. А все, кому спасибо? Аригато на. Вот.
Бака. Лео Юна, Орену Хожанега. Вообще да. Намбага и Нагаттара. Ура, Синде Тандазе. Блин, какая классная история все же, а. На. Намба ты кангуши даттандару? Мана. Нанде я мечиматтанда? Бьёйн но ксури о ксунете ями де уттетанда. Хе-е. Кекоу ии кане нинатте ё. Соно учи, кайгай но ияккухин маде сиирэру ёу нинатте на. Ааа. Тео хироге сугитара, аттию ма ни баре чиматта. Ма окаге де, кангуши мэнкё ва хакудас саре чиматта. Да ё соре. Мата бака на кото ят чиматта на. Ааа. Коукай штэ ру ё. Демо коко кара яри наоши ва ии жа не ка. Кангуши ва мури демо, мата атарашии мокхё датте декиру даро. Кантан ни ё на ё. Зою ичибан ва, нанка мокхё ганно ка? Э? Я. Ну это, кстати, мне интересно, да. Ваканне. Какие у него вообще планы? Я не знаю, что 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 я だったな、悪い。目標か。一番よ、お前子供の頃何になりたかった？え？ああ、なんだっけな。もったいぶるなよ、照れてんのか？ガキの頃俺は勇者になりたかったな。ゲローエム。あ？勇者？どういうこと？ドラクエに出てくんだろう？あの勇者だよ。それゲームのキャラだろう。ありえねえよ。悪いかよ。ちょっとスミエク。まあそんなの。自由だろ。なりたいもんになりてって。そんな夢見るくらいは自由だろ。だよな、一番。なんだよ。なりゃいいじゃねえかよ、勇者。うん。なるべきだ。やめてくれよ。それガキの頃に思ってただけで。でも今目標はねえんだろ。じゃあ残ってる目標は。それしかねえじゃねえか。酔っ払ったのか？大体そんなの職業でもねえし。かけたにプラチャ。そりゃ職業じゃねえよ。でも勇者ってのはスライム倒していつか成り上がってなるもんだろ。生き様だろ。成り上がる生き様か。そうさ、お前なら今からだって成り上がれるぜ。40過ぎて成り上がりか。Никогда не поздно, чувак. 悪くねえな。成り上がりって生き様。一丁ドーンとかましてみっか。おお、その生きだ一番。Они там бухают саке, что ли? 輝かしい未来に乾杯だ。未来の勇者にな。乾杯。Блин, я аж прям воспылал. Красота вообще какая. Вы представляете? Реально, у них своя хата теперь есть. Господи, как я рад. Вы не представляете, я так переживаю за этих героев. Я их не... Я их как будто... Вот не знаю, знаете. Вот есть игры, где... Вот... Ты вообще никак не переживаешь за персонажей. А есть вот такие. Спасибо, Рукатта. Когда ты мой ранекар. Мой качансу. До свидания. Ану джамашта вторя. Орана канаразу сматсара. Ану мамажа, антараму кумару дару. Нига кокчангал пилюн опсо. О, по-корейски. Мяушка нужна. Ану джанаэ дотта.
Нужна мяушка. Я не понимаю. Оу. Вау. Прикольно. А. Корейцы, сука. Так, сохраняемся. Сохранение завершено. Я думаю, мы будем продолжать. Всего 25 минут прошло. Всего-то. Фигня. Ребята, ерунда. Продолжаем. Блин. Короче, сейчас первыми будут корейцы, да? Скорее всего. У нас врагами нашими. Глава 4. Дракон Йокогамы. Вот, будет у нас корейцы, наверное, сначала первыми противниками, да? Потом китайцы, возможно, потом японцы. О! Смотри, кого принесло. А че это ты тут бухаешь, дядечка? Выследил, что ли? Походу, выследил. Ну, не зря же он детектив. Бывший. Откуда у него белая рубашка чистая? Ну здорово, старикан. С возвращением. Что расскажешь? Где бывал? Искал нас по-любому? Интересно, как он отмазался от тех копов, которые там на вертушке летали? Сейчас, наверное, расскажет.神奈川県警の元刑事さんだ。刑事？元刑事。直近じゃ免許センターの職員だよ。でもよくここが分かったな、足立さん。あんたの方はあの後大丈夫だったんすか？大丈夫。いや、そうでもねえな。あ、おぼれり。クビになったよ、警察。え？ あとちょっとで夢の満額退職金だったのにな。あっさり懲戒免職だ。じゃああんた、たった一人でこの場所見つけ出したのか。ふふ、春日には俺からスマホを渡してた。ああ、понятно。そうだよ。だったら来る前に連絡くれりゃよかったのに。連絡つかなかったな、そっちだろう。 まあ、撃たれた挙句ホームレスやってたんじゃ、スマホの充電もできなかったわけだ。俺の体より携帯の心配？スマホが切れてたから、お前の居所が分かんなかったんだ。は？GPSだよ。でいや。ハ。ノ、конечно、он же 18 лет в тюряге был。Откуда он знает？感情悪いな。スマホは人工衛星使ってその位置を特定できるんだ。 そのシステムがGPS。そいつでこの人はお前の居場所を突き止めたってことよ。今ので分かったか？いや。多分ね。それより足立さん、警察クビになったってのは？神室町での建造物侵入、傷害、公務執行妨害、役満で懲戒免職だ。 起訴されねえだけありがたく思えとさ。それやっぱ俺のせい？当たり前じゃねえか。なんでまたそんなことに。おい、ちょ、долгая история、чувак。春日が神室町で撃たれたって話は。うん、聞いてるよ。あ、なんだ。撃たれた場所は警視庁と年頃にしてる大見連合幹部会の場だ。俺は春日がそこへ忍び込んでくのを手助けした。 それを誠にけしからんとご立腹なのが警視庁。
で、我が神奈川県警はそのお怒りごもっともでと俺を首にして一件落着とした。すまねえ、足立さん。悪いと思ってんなら協力しろや、カズガ。すげえ。ヒトルジョープスタリピン。俺はまだ諦めちゃいねえ。総監。警視総監だよ。警視総監が。なんだよ。あいつは近江連合と癒着してるはずなんだ。連中のカムロ町進出をおめこぼしする見返りにな。俺はその裏をつかみて。そんなの一番に何ができるってんだよ。警視総監とつながってんのは近江連合若頭代行の荒川真澄。春日は昔その顧問だった。こないだ胸を撃たれるまではな。だろ。今でも俺はおやっさんの子分だ。のジビオブレン。おめでたいね。つっても、クビになったおまわりが警視総監相手にどうする気よ。まあ、平たく言いや、復讐だ。復讐？Да, кстати, а почему Адачи-сан ненавидит комиссара полиции? 話は20年前に遡る。資産家の老夫婦が強盗に殺されたって山があってな。星は近所で失業中の前科者で、俺がこの手でワッパーかけた。くすみという男だった。だが裁判の直前になって、そいつは犯行時刻に別の場所で目撃されていたと分かった。つまりアリバイがあったんだ。皮肉なことに、その証言も俺が聞き込んできたもんだった。それで俺はすぐ捜査本部に報告した。その時県警はすぐにくすみを釈放するべきだった。でもそうはならなかった。ええ、アリバイの証言は固いと少なくとも現場はそう感じていた。だが上は目撃した証人に何度も本当かと問い続けた。そこまで言われると自信がないと言わせるまで徹底的に執拗にだ。で、потому что там был кто-то замешан. 様の指示でだ。そいつが今の警視総監、堀之内十郎よ。その指示の理由は？当時奴には神奈川県警から警視庁へ転任するって内定が出ていた。ところが起訴した容疑者が白だったとなれば大事だ。本部長の堀之内は尻拭きに追われて転任どころじゃない。だから目撃証言を取り下げさせた。なんだよそれ。本当にシロなら他にも無実の証拠が出てたはずだと奴はそう言い放った。で結局逮捕した党の刑事たちさえシロと見てた被告人に実刑が17年。くすみは神さんや子供を残したまま首を吊ったよ、獄中でな。そん時堀之内は新天地の警視庁で知らん顔さ。胸くそ悪い。神奈川県警には偉人さんと癒着する警官が多いんでな。いつ身内が不祥事を起こしてもおかしくねえ。だからお偉いさんは早いとこ神奈川を離れたがるんだ。てめえの任期中に問題が起きねえうちにな。だからってそれで無実の人間を？ふざけすぎだろ。当時まだ青かった俺もそう思った。だから幻のアリバイ証言をマスコミにリークしてやった。え？だが堀之内はボンクラのエリートじゃなかった。元公安の実力者よ。人脈も半端じゃなかった。俺が情報を流したマスコミ各社はすぐ堀之内へのご中心に回った。リークした情報は一切世に出ず、俺には免許センター行きの辞令が来た。クビにされなかったのは堀之内の余裕ってとこか。そいつが今や警視総監殿ってわけか。俺も全部忘れちまえば済むんだろうがな。そうなると首吊ったくすみにあの世で合わせる顔がねえ。男が三人も集まって何乳くり合ってんだい？あ、ティベスカジ。おはよう。この人は元神奈川県警の。何がおはようだ。もう10時だよ。あんたたち
今日はハローワークに行って仕事を探すんじゃなかったのかい？あ、やべえ。そうだった。早く行かねえと、いい求人が取られちまう。悪いな、アダさん。俺ら仕事見つけに行かねえと。だったら俺も一緒に行くぜ。Да, он же тоже безработный. え？なんで？俺だって今無職の無一文よ。無一文？少しくらいはあんだろう、貯金とか。ねえってそんなもん。退職金が頼みの綱だったんだからよ。Жесть. 貯金なんて小学生のお年玉以来したことねえよ。だから退職金当てにしてたんだけどな。しょ。免許センター勤めのくせに、ただのダメ人間じゃねえか。うるせえ。俺は酒と女に金使うのが唯一の趣味だったんだよ。ほら、さっさとハロワ行くぞ。Я надеюсь, мы пешочком пойдем. Адачи присоединился к отряду. Теперь профессия Касуги не тунеядец, а фрилансер. Так, давайте сохранимся. Что ж, я думаю, что мы на этом серию с вами закончим. Мы уже 6 часов наиграли. Прикольно. Блин, слушайте, мне пока вообще все абсолютно нравится. Игруха просто крутая. Я не знаю, как им удалось придумать такой охренительный сюжет. Я просто не понимаю. Это же охренительно, это же шикарно, это прекрасно, я не знаю. Вот, ребят, просто напишите в комментариях, как вам. Заходит, нет? Ну, хотя, если вы досмотрели до этого момента, то, скорее всего, вам заходит. Ладно, ребятушки, давайте с вас, как всегда, пальчики вверх, комментарии. Еще с вами обязательно увидимся. И всем пока. Куча хорошего настроения. Эй, бро, обязательно подпишись на этот гребаный канал. Ага. Спасибо, бро. Подпишись, подпишись на канал.